Доброе утро, дорогие друзья. Первый раз вижу, чтобы здесь у нас перед домом вообще не было машин. Прямо что-то чудо-чудное. Может, запретили ставить? Не знаю. Вот эти подснежники стоят. А я еду теперь опять за Фаберликом, потому что вчера съездила зря. По этой причине сегодня еду. Плюсовая, похоже, температура на улице, подтаивает, ветра большого нет. Вчера какой ветер был, это вообще прям такой ледяной, обжигающий. А сегодня вот с ветром вроде бы повезло, нет ветра. Да и вообще на улице вроде бы как тепло. Я вообще-то вышла из дома, да? Тяжело еще судить. Замерзнуть не успела. Ну, вот держу телефон, руки вроде не мерзнут. Вызвала такси, сейчас приедет. Вчера, когда ехала назад, разговаривала с таксистом. Он говорит, ну, что дешево стоит такси. Вот сейчас я вызвала 64 рубля. И с учетом того, что, допустим, у меня нет льгот, ну, льготного проезда на транспорте, да, я бы, конечно, бы туда и обратно заплатила 60 рублей. Но, во-первых, у нас сократили транспорт. Это сколько времени я простою на остановке, неизвестно. А во-вторых, людей в связи с тем, что редко ходит транспорт, всегда много. Это второе. Ну и третье, что здесь тебя вот дома забрали и привезли до места назначения. Не надо долго ждать. Вот через 3 минуты ко мне приедет машина. Вот поэтому, ну, он говорит, вот таксист, что за 77 рублей 3 человека село, он куда-то довез. Говорит, разве они в автобусе за такую цену доехали? Здесь с комфортом. Вот, ну да, я с ним согласна. Капает с крыш. Так здорово. Я вообще люблю, конечно, когда нет вот такого снега, потому что непонятно, ступаешь, что тебя ждет. То ли лед, то ли ты ступишь нормально. Вот. И, конечно же, когда ступаешь уверенно, намного лучше. Я приехала уже в Магнит. Людей мало. Там гречку продают, надо посмотреть, то есть что-то подсело на гречку. Рыба разная. Цена, конечно. Красивые стейки. Акула. Понятно? Много разной рыбки. А я хочу посмотреть, сколько стоит форелька. Не форелька, а лосось. Хочу еще засолить. Все есть. И котлеты. И это что у нас? Крабовые палочки. Кальмары. Креветки. Все. Ох, рыба подорожала. На 200 рублей. Но зато красивая. Так. Стейк форели. А сколько стоит тушка? 1099. Так, филе лосося 1349. Вот так вот. Такие цены. Ну что, дорогие друзья, постирала я свою Ирину, свой Ирину джемпер, или свою Ирину, не знаю, как назвать.
Слишком ярко передает цвет камера. На самом деле, конечно, цвет не такой. Не знаю, какой будет после того, как высохнет. Но уже изначально мне все нравится. И постирала я кардиган. Спросите, по какой причине я постирала? Я сегодня не буду рассказывать. Я его довязала, разложила. Пусть он сохнет. А потом я вам расскажу, какие у меня мысли в голове. То, что мне его перевязывать, это однозначно. Но я хочу, чтобы он у меня высох. В общем, посмотрим. После того, как он высохнет, уже буду принимать решение. Какой он мягенький, друзья мои. Какой он замечательный. Просто вообще, я не знаю, сказка сказочная. Сказка сказочная. Вот так вот. Ну, пусть сохнет все у меня. А потом уже будет видно. Уже будет дальше. Сказать, что ура, я его довязала, я не могу. Потому что, видите, я его раскладываю, а он поддергивается. Вот, ладно, пусть сохнет. Что у меня такое здесь? Я после того, как сходила, получила посылочку от Faberlic, заехала на обратном пути в Магнит и купила бедра курочки 146 рублей килограмм. Вот здесь вот кило 200. Я сегодня хочу запечь в духовом шкафу. Сейчас прям буду раскладывать и запеку. И купила бедра. Но это бедра, а это голень. Вот это голень, и это еще тоже бедра. Это все разложу и положу в холодильник. И яйца. Яйца сегодня по 72 рубля. Правда, S1. Такие вот миленькие. Ну, 71 рубль. Все-таки 72 рубля получается на 35 рублей дешевле, чем покупать. Вот я сегодня специально посмотрела. 109 рублей более крупные. Ну, вот купила. И купила еще цукини. Вот я запеку в духовом шкафу с мясом. Ну, с овощами, как я обычно это делаю. Вот, потому что рулет у меня осталось половинку от рулета. Ну, половинка от рулета осталась. Еще на завтрак, на завтра. И все. Надо что-то свеженькое приготовить. Итак, дорогие друзья, наступило время показать, что же в этот раз я выбрала. Faberlic. На сайте интернет-магазина Faberlic. Такая красота, душа Востока. Как вы думаете, что это за девушка? Вам не кажется, что она похожа на ту актрису, которая играла в «Черная любовь»? Да, это она и есть. Мерьем Узерли. Представляете? Представляет новую коллекцию ароматов для нее и него. Можете себе представить? Вот так вот. Идеи подарков ко Дню защитника Отечества и к 8 марта. Значит, у нас это получается третий выпуск, да? Он у нас будет действовать с 07.02 по 20.02. То есть со 2 февраля по 20 февраля. Ну, об этом мы поговорим попозже. Прежде чем я перейду к распаковочке, да, расскажу, что я выбрала на сайте интернет-магазина Faberlic. Я хочу вам показать, что же у нас сегодня будет, вернее, не сегодня, а в этом каталоге для новых покупателей с 7 по 20 февраля. Парфюмерный набор Элисар, наверное, так читается, в подарок.
волшебная россыпь сияющих частиц и элегантный шлейф любимого парфюма, пудра шиммер, невесомый штрих праздничного образа. То есть делайте покупку и оплатите на сумму 1799 в ценах каталога и получите этот подарок за 1 рубль. Значит, вам нужно пройти под это видео, там будет оставлена ссылочка, и для вновь зарегистрированных, то есть вы должны пройти, зарегистрироваться и получите 20% скидку. И если вы сделаете покупку на эту сумму, то получите подарок за 1 рубль. В каталоге он стоит 1728. Вот. Ну, а потом мы с вами посмотрим новиночку. Я вас сегодня долго не буду задерживать. Первое, что я сегодня выбрала, это концентрированный гель для стирки. Вот такой вот. Я в прошлый раз тоже выбирала. Мне очень понравился он. И я решила выбрать еще раз. Очень хорошо отстирывает кухонные полотенца. Я специально выбрала его для того, чтобы свои салфеточки, кухонные полотенца постирать. Результат меня очень порадовал, поэтому я выбрала еще раз. Так, наконец-то я попала на аромасвечу. Так, попробую я открыть. Я, наверное, рассказывала, что перед Новым годом ложила в корзину, только положу, у меня все в корзине уже ее нет. Кто-то уже купил. Поэтому я не могла. Это не аромасвеча, это аромадиффузер называется. Да что ты, не вытяну. Это вот такой флакончик Сакура Матхате. В общем, друзья мои, я прочитала, как могла. Вы вот прочитайте самостоятельно. Ранний теплый вечер приоткрывает для тебя потаенную дверь, завораживающий сад, полный нежных тонких ароматов. Ты идешь по нему, словно в волшебном сне, где не нужно никуда спешить. Вокруг благоухают цветущий миндаль, вишня, утонченная сакура, и все заботы и мысли уходят далеко-далеко, оставаясь где-то за пределами этого райского уголка. Это абсолютное счастье, которое ощущаешь каждой клеточкой тела. Это вот просто представить, друзья мои, и это райское блаженство. Я даже прочитала, у меня мурашки аж по телу побежали. Здесь все рассказано, как применять его. В общем, я сегодня вечером включу себе вот такой аромадиффузер. Но самое главное, то, что я выбрала этот раз, это вот такая гейзерная кофеварка. Вы уже многие знаете, что я неоднократно покупала всевозможные приспособления, то есть бытовую технику. И, ну, это, в общем-то, наверное, не техника считается. Я не знаю, к чему это относится. Так, это, скорее всего, что аксессуаром тоже его не назовешь. В общем, наши помощники, да? Назовем это так. Так. И как он работает? Я даже не знаю, как он работает. Я так понимаю, что сюда добавляется вот сюда кофе, да? Затем закручивается. Ой, друзья, в общем, не знаю.
знаю. Буду разбираться, как это все работает. Вообще не соображает. Тут вот как что-то еще, что ли, нужно к ней покупать. Буду интересоваться, что и как и почем. И, в общем, что-то принцип работы гейзерной кофеварки основан на давлении пара, благодаря которому происходит вытеснение кипящей воды через через молотый кофе, который... Откуда молочный я вообще взяла? Который насыщает ее вкусом, ароматом. За счет этого напиток поступает в верхний резервуар через специальную воронку. Фильтра, цикл приготовления завершается, когда вся вода из нижнего резервуара переходит в верхний. Ну, это нужно будет понять, как это делается. В готовом напитке нет кофейной гущи. Позволяет приготовить крепкий, ароматный, насыщенный напиток. Удобно брать в поездки. Во как! Ну, в общем, это нужно посмотреть инструкцию и попробовать, как это все делается. Ладно, я не буду долго вас задерживать. Впечатлениями поделюсь уже потом. Это все, что этот раз мной было выбрано. Вот, хочу сказать, что этот каталог вы можете тоже посмотреть в электронном виде. Проходите на сайт интернет-магазина, и там можно более подробно рассмотреть все. На поиск любви на Восток. Скидка 50%. Да уж. Цветочно-фруктовый мускусно-ванильный аромат. Умеет они представлять. Амбровый восточный аромат с пудровыми нотами. Древесно-пряный аромат с нотами свежей мяты. Упаковочные пакеты подарочные. Новая коллекция «Сад Живерни». Декоративная косметика. Палитра весеннего сада. То же самое, новая коллекция. Время цветения. Наклейки на ногти. Переводные. Ух, сколько новиночек, да? Подлинное искусство. Смотрите, как красиво нарисованы стрелочки. Действительно, это искусство так нарисовать. Так, подарочный набор для ухода за кожей рук. Магнолия, роза, тюльпан и гель для душа. Это все тоже новиночка. Это не новинка, но хочу сказать, что очень такие замечательные ароматы и парфюмированный гель для душа. Я такой выбирала, мне очень понравился. Мне заказывала тоже дочь, я и ей выбирала. То есть это тоже линеечка такая достойна внимания. Ну, с этими линейками мы знакомы.
Если вы захотите узнать более подробную информацию, вам просто нужно пройти на сайт и поинтересоваться. Вот, пожалуйста, насладитесь прогулками по городу. Скидка 55%. Фужерный аромат. Юдашкин. Рожденные на Олимпе. Мужчинам на 23-е, конечно, можно здесь многое выбрать в мире ароматов. Французского парфюмера Эмили Каперман эксклюзивно для Фаберлик. Новый аромат. Сила и нежность встречаются над облаками. Фруктово-цветочный аромат со свежим озорным характером. Парфюмированная вода для женщин. Новиночка тоже. Ой, какая просто прелесть. Рената. Аромат, созданный искусственным интеллектом. Мускусно-древесный аромат с инновационным комплексом Афория. Так, по-моему, правильно я прочитала, наверное. Ну, здесь представлены другие. Вот они. Вот он. Аромат-диффузер. Палочки я в прошлый раз выбрала. А этот раз выбрала вот этот красавчик. Мне прям интересно, как он будет пахнуть. Аромамасло шариковым аппликатором я тоже себе выбирала. Не знаю, еще не пробовала. Вот. Ну, вы знаете, что ультразвуковой аромадиффузер я тоже себе покупала. Ну, выбирала, да? Меня спрашивают, вы покупаете в рамках сотрудничества? Мы уже сотрудничаем больше года. Очень я довольна сотрудничеством. Подарки уже неоднократно получала от фирмы. Там есть вот еще аромасвечи такие красивые. Губная помада, макияж. Стойкий объемный матовый. Так, надо мне, наверное, тоже в следующий раз выбрать такую помаду. У меня заканчивается, но у меня немножко другая. Меня спрашивали, что за помада у меня. Если сейчас здесь попадется, я вам покажу ее. Тушь за 60% скидки. Последний раз я, вот последние свои видео, которые я показываю, вот выбор блогеров, я вот крашусь этой тушью. Фибровая щеточка приподнимает ресницы и великолепно подкрашивает и удлиняет их. Вот мне очень подошла эта тушь. Так. Красотки какие, девушки. Хочу еще раз сказать, конечно, для тех, кто смотрит меня постоянно, те уже знают, что существует гибкая система скидок, бонусы всевозможные. И
можно там выбрать, если вы на определенную сумму выбираете. Вот я, допустим, на 2000 выбираю, да, я могу купить один предмет, или, как сказать, один продукт за полцены. Что я и делаю. Вот таким. Это сыворотка, да, получается. Вот такой сывороткой я мажу свое лицо, когда делаю макияж. Очень много всего представлено, конечно. Все нужно проходить, самому смотреть то, что вам нужно. Какую масочку я выбрала, но еще пока не наносила ее. Патчи тоже я, ну, не такие выбирала. Мне тоже очень понравились они. Патчи – это вообще хорошая вещь, особенно для нас, для возрастных. Ну, про эту линейку я тоже говорила. Очень она мне нравится, уже пользуюсь вот постоянно. Совсем другое дело. Очень много достойных позиций, которые можно выбрать, на которые стоит обратить внимание. И крема, и гели, и все, что хотите, и маски, и скрабы. Концентрированный клеточный дневной крем, пожалуйста. Этот каталог прям большой. Массажер, омолаживающие процедуры. Так, набор для ухода за кожей лица. Вот такие патчи я выбирала, очень довольна ими. Избавляет от темных кругов под глазами. Патчи содержат большое количество аминокислот и протеинов, необходимых для борьбы с темными кругами под глазами. К тому же патчи эффективно разглаживают мимические морщины, устраняют отечность век. Понятно? Новая линейка. Вот еще новиночки у нас. Антицеллюлитное масло. Укрепляющий крем для бюста. Тоже новиночка. Шампунь. И бальзам. Активные ингредиенты: экстракт кокоса, цветочная вода нероли, экстракт абрикоса, экстракт манго. Тоже новиночка. Ну, на этом мы останавливаться не будем. Это мы уже неоднократно с вами смотрели. Создано для любви. Магия, да и только. Серия для комфортной депиляции. Ноги будут гладко и максимально долго. Гладкими максимально долго.
Немножко я не так говорю. Ну, вот эта серия моя самая любимая, можно сказать. Я и внука моего любимая. Как он любит мыло, особенно вот такое зелененькое. Натуральное мыло. Япония ближе. Краска для волос, шампуни, бальзамы, маски для волос, средства по уходу за волосами. Эксперт тоже замечательная линеечка, очень замечательная, обновленная. Ой. Детская линейка. Это тоже мы с вами уже смотрели. Буду пела и буду петь дифирамбы. Кофе мне очень нравится. Потому что цена и качество, конечно, соответствуют. Так, правильная соль. Каши, первые блюда, биодобавки, протеиновые коктейли, батончики. Фитоконцентрат, биодобавки всевозможные. Это всякие приспособления для нашего здоровья. Посуда. Так, как же так, чтобы и не загибалась. Если с этой стороны, значит, с той. Очень я довольна сотейничком. Мне настолько он понравился. Вот видите, здесь он 1999, а я по акции попала на него за 1500. Шторы, коврики. Средства для стирки, для уборки, для туалетной комнаты, для ванны, для кухни. Порошок замечательный. Ополаскиватели. И все остальное. Мыло для кухни, чистящие средства, помогающие в уборке. Так, удобная альтернатива утюгу, ручной отпариватель. Для братьев наших меньших. Ну, а здесь уже пошла одежда. Мята, изумруд. Деним серый. Брюки, обувь, футболки. Ну, я уже говорила, что все это более подробно вы можете посмотреть на сайте. Там можно увеличить, посмотреть состав, посмотреть размер, что имеется в наличии. Утягивающее белье, корректирующее, скажем так, нижнее белье, носочки, термобелье, леггинсы, спортивные костюмы. Бери все.
гель для душа. Любые два продукта по специальной цене. Ну вот, и подошли мы к концу каталога. Пожалуйста, палетки. Довольно-таки приемлемая цена. Тушь за 65. Ну вот и все, дорогие друзья. На этом я буду заканчивать свое видео. И, как всегда, желаю вам приятных покупок. Если что-то вам понравилось, проходите на сайт интернет-магазина. Ну, а я с вами попрощаюсь. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.